Не о том говорю, чтобы жить нам беспечно. Уповайте на Бога, вот о чем говорю. Просто вспомнилась повесть, минувшая вечность, когда царь обращался к другому царю. Ты наполнил долины своими конями, ты усыпал войсками холмы, как песком, окружил мой народ и смеешься над нами, потому как народ мой невеликий числом. У тебя превосходство в военных доспехах, дрожь по спинам при виде твоих сильных мужей. Только в этой войне вам не будет успеха. Вы пошли против Бога, а не против людей. А у нас наш Господь. Мы его не оставили, мы к нему прилепились всем своим естеством. И любуются старцы святыми уставами, и мальчишки слагают поэмы о нем. Если он наш Господь, не ему ли почтение, не ему ли святому вся слава и честь, и рядами ложатся хлебы предложения и молитвы, которых на пальцах не счесть. Его заповедь свята для великих и малых. Его путь превосходен всегда, потому мы не служим Астартам, мы не служим Ваалам, мы Хамосам не служим, но ему одному. И сегодня, в наш день, из источников разных рвутся сотни угроз о грядущей беде, о возможной войне, о губительной язве и стихии, разгулявшийся ужас везде. Достигает неслыханных прежде масштабов терроризм, разгулявшись по разным местам, и ползут с преисподней, как черные жабы, сотни разных болезней, неведомых нам. Нынче даже у сильных колени трясутся, нынче смелые спят с пистолетом в руках и боятся уснуть, чтоб бояться проснуться и узнать о последних в стране новостях. А у нас наш Господь. Мы его не оставили, мы к нему прикипели всем своим естеством. И любуются старцы святыми уставами, и мальчишки слагают поэмы о нем. Если он наш Господь, не ему ли почтение, не ему ли святому вся слава и честь, и рядами ложатся хлебы предложения и молитвы, которых на пальцах не счесть. А отваленный камень, как свидетель у гроба, подойди, посмотри, нет внутри никого, наш Спаситель живет, и а ну-ка попробуй, потягайся живущим народом его, ведь его заповедь свята для великих и малых, его путь превосходен всегда, потому мы не служим Астартам, мы не служим Ваалам, мы Мамоне не служим, но ему одному.